В Акмолинской области динамично развивают туристический кластер. Наряду с легендарным курортом Бурабае популярным обещает стать и зона отдыха Зеренда. Уже разработана специальная дорожная карта, в рамках которой планируется реализовать 58 проектов на общую сумму 28 миллиардов тенге. Когда и как преобразится Зеренда, узнавали наши корреспонденты в регионе. Уникальное географическое расположение, живописный ландшафт и богатая история – все это Зеренда. Здесь около 30 туристических объектов, в которых идут последние приготовления к летнему сезону. Готовится к нему и Акмарала Умарова. В этом году предприниматель будет сдавать туристам 9 новых деревянных домов. Наша задача – сделать сказкой отдых для каждого проживающего, потому что это очень важно. Люди приезжают с надеждой отдохнуть, вздохнуть в полный грудью воздух и почувствовать, что они на отдыхе. Конечно, мы сделаем все самое необходимое, самое нужное и самое комфортное для гостей. И со стороны государства, конечно, мы ждем развития инфраструктуры, сделать Зеренду привлекательной зоной, привлекательным местом для отдыха людей. Необходимую инфраструктуру планируется обеспечить за счет реализации масштабного проекта. Он предусматривает строительство канализационных сетей и автомобильных дорог. Последние появятся не только вокруг Зеренды. Новое дорожное полотно проложат до туробъекта и Мантау, и Айртау в Северо-Казахстанской области. В будущем мы предусматриваем, если нас поддержит финансирование, республиканский бюджет, мы бы хотели расширить внутренние дороги, которые находятся также ключевые в сторону Шалхары и Мантауской курортной зоны. Дело в том, что Зеренда находится между Бурабаем и Шалхары и Мантауской курортной зоной, которые вошли в топ-10. И я думаю, что Зерендинский район, он должен обязательно как бы развиваться вместе, вкупе. И я думаю, все это как бы даст толчок развития. То есть туристы, они должны иметь возможность как Шалхары-Мантауская зона через Зеренду проходить в сторону Бурабая и наоборот. Нами сейчас разработаны туристические маршруты. Это у нас тур-маршрут на Аулие-Булак, это в Исаковском сельском округе один маршрут. И разработали маршрут на Аулие-Тас. То есть мы сейчас разработали маршруты по сакральным местам. Именно для того, чтобы туристы отдыхали здесь и могли ознакомиться с нашими достопримечательностями, мы разрабатываем турмаршруты. К слову, все туробъекты в Зеренде расположены вдоль озера Зерен. В прошлом году его посетили около 300 тысяч человек. По прогнозам специалистов, в этом году отдыхающих на 30% будет больше. Ну а в недалеком будущем Зеренда сможет принимать до 500 тысяч туристов в год. Артем Грапов, Рахен Тажибаев, Адамир Берикулы и Анатолий Поляный. Акмолинская область. Хабар 24.